привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрыч. Со мной сегодня вместе в Жух, Димка Федоров, Фанни, Андрюха и Донни. И это битва за тачку в GTA 5. Всем здорово, ребята! Всем привет, дорогие подписчики! Здорово, пацаны! Всем здорово! Кукусики. Донни там в салют опускает. Короче, салапоны, сегодня будем прыгать вниз. Парашют найдете по дороге. Погнали. Слышь, я... Первую подсказку сразу. У меня парашют. У меня тоже запасной. Запасной сработал, пацаны. У меня тоже. Ау. Подсказка вам не нужна, вот так сами поехали. Давай подсказку, бегом, бегом. Давай, быстрее, пока мы ищем тачку. Давай. Самое главное, это подсказка. Ради чего? Скамейки. У меня не грузит, пацаны. Пришла. Блин. У меня не грузит. У меня грузит. Что-то каждый раз такие места, что я не знаю, где это. Это. Так. А, слушай-ка, это на побережье. Думаешь? Так, подожди. Думаешь, возле столиков? Стоп, скамейки. Погоди. Пикничок. Это прямо, знаете, что, это мне кажется, что где-то рядом с Палета Бэй. Может, у маяка где-то, нет? О, Юрыч, подвези. Нет. А может быть, конкурентов не вожу. Сантоса справа, нет? Не, это где? Или над Human Labs? Так еще горы, смотри, какие. Ну там горы, кстати, да. Андрюха. Так, а там горная местность. Знаешь, где в сюжетке это? Яйцо-то жрать надо, тебя коня превращают. Блин, мы узнали, что Жук жрал яйца, это уже нехорошо. Кони, да. Кстати, по всей видимости, здесь... Что? Чё? Не знаю, минута молчания и надежды. Блин, ребята, где угодно может быть, у меня опять нету мысли, вот реально. Да, вот и я того же мнения, блин, ребята, это вообще капец. Когда вы поймете, что у вас нет вариантов, говорите, скину еще одну подсказку. Окей. Слышь, окей. А я нашел скамейки еще такие же. Смотрите, чтоб топлива хватило, парни. Ту-ту-ту-ту. Ты что, нашел это место уже? Не это место, но похоже очень сильно. Слава богу, что не это. Я вот тоже где-то. Да-да-да, это что-то жесткое будет. Блин, ну местность вообще вот это вот, мне кажется. Вот только я не знаю, где еще такие... Так, стой. Это так. Поворот. А может знаю, Таямба. Мне 3 километра ехать. Ты нашел? Нет. Я прыгнул, я просто хорошо прыгнул. Я заорал, блин, как будто все. Да, как будто победа. Дим, я нашел. Мне 2,5 километра. О, нифига себе, мужик, это твоя тачка? Дай прокачусь. Блин, ребят, вы, конечно, так пугаете, мне аж сердце становится. Он убежал от своей тачки, дебил. А, я кого-то догоняю. О, магистр, это ты тут, да? Короче, эти двое всегда мыслят одинаково. Блин, я вообще тупо сделал, потому что горит просто, я не туда еду вообще. Жухич, ну ты там скажи, если что, есть стамина, да? Да. Донни, мы близко, нет? Пацаны, а можно вторую подсказку? Давайте закажем уже. Да, думаю, давай. Так, тут кто-то капусту копает. Ну так и быть, пацаны, вторая. Уговорили, хорошо. Тут еще деревце маленькое такое в тени, где-то горы. Жухич, там есть что, или я просто уезжаю? Нету, да? Ну все, поехал тогда дальше. Я, короче, просто отправляю вам вторую. Давай, мы. Давай. Так, полетело, пацаны. Обалдеть, горы жесткие, слушай. Это нигде, я это 100%. Подождите. Прям жесткие горы. Это тупик в скалу. Тупик. Ну тут есть дорога, вот в том-то и дело. Тупик в скалу. Это вот жесткая подсказка, да. Я вот не знаю, блин, ребят. Что-то я не одупляю. Да я даже таких гор-то не знаю, где. Слышь, да. Вот видишь озеро горное, как раз тут где-то та фигня, которую жрать надо, ты в зайца превращаешь. Я, кстати, тоже думаю о той местности, потому что горы, прям крутые горы. Нет, вы не в курсе то, что там животных? Зайчатину, что ли? Да, там типа наркота была, ее жрешь и типа превращаешься, там тебя глючит. Короче, вот. Блин, я вот не знаю, откуда вы таких познаний там. Ну потому что мы я лысый, мне положено. То яйца бычьи. Барыги. Ну как это, лимфаор или что-то как так? Ор, главное слово ключевое. Какое? Ор. Ор. Чем выше горы, тем ниже приоры. А, нет, ор выше. Ай, не взрывайся только! А, нет, это не то озеро. Так, это не то озеро. Тут не совсем озеро, это... Блин, ну я попробую съездить, я, конечно, не знаю, есть там или нет. Машина, не ломайся. То есть, если там столики, это значит, там туристическая байда какая-то. Подожди, или мне кажется... А, не, мне не кажется. Нашел? Нашел? Слушай, а может у него этот, может он подглядывает все время, а?
Нет, нет, да, блин, ну, приедь сюда и посмотри, как бы. На что? Че, возле виноградника? Я не знаю, как объяснить вам, но смотри, получается, когда я ехал, он там, где Бжухич проверил, я у него спросил, ты проверил? Он сказал, да. Я ехал по коричневым таким вот, видите, дорогам. Ну-ну-ну. Ну, я приехал к следующим дорогам, и вот оно сразу здесь было. Я не знаю, как правильно вам... Я даже не буду оправдываться, я просто знаю то, что, как бы, ну, это изи. О, у меня краш-тест пошел. Скинуть еще подсказочку. Да, да, нужна третья, потому что я даже не понимаю, куда ехать. А чё, парни, нам получается... Кстати, я могу одно сказать, оно прямо видно с дороги. Прямо с дороги видно все, пацаны. Какого, шоссе? Да, прямо шоссе видно. Прямо оно очень близко, оно прям палится. Вот вы если проедете рядом, вы сразу увидите это. Пацаны, а чё за тачку вижу какую-то? Одну. А чё за горы высокие? Чё, чилят, что ли? Туда, куда? Чё-то вообще высоко. Угу. Понятно, пацаны. Дальше. Вообще ничего не понятно, серьезно. Если по-честному, то я не знаю, кто, ну вот, который около военной базы катается кто-то. И около Сэнди Шорс, это немного далеко. Я вот тоже, да? Хера себе. Да другая сторона, потому что, скорее всего. Ну... Могу вам сразу еще одну скинуть, пацаны. Давай, давай, третья вообще ни о чем была. Так, подожди, надо машину... Последняя подсказка, пацаны, полетела. Вот, все, улетела она. Чекайте. Офигенно, еще дерево одно. О, да, еще одно. Вот это я знаю. Вот, где. Вот это посмотрите. Вы поняли? Это я сразу понял. А я не знаю, что это за место. Понял. Я знаю, что это за место. Какие-то ларьки. Ну, в принципе, я туда и ехал. Всё, вот, я туда а я, еду. Получается, я после тебя туда туда. Нет, ну, если вот сейчас ребята смотрят, я вот метку до этого ставил, это, ну... Относительно рядом бывает. Вот это жесткая что, подсказка, я сразу так, туда еду. Так что, о, принципе, в принципе, я бы сейчас без подсказки... Ты навстречу не проехал. Кому? Так, мне? А ты говоришь? Что-то тоже вспоминаю тут. Я в другую сторону. Зачем? Что там бабаха? К озеру большому. Зачем? Чего взрываются? Мне показалось, что это там. То есть ты не знаешь? А ты думаешь, это в Чумаше, что ли? Ну там где-то правее. Я уже приехал. Явно. Такое. Короче, все. Так, ну я вот вижу примерно магазинчик, если вы говорите возле круга. Ну просто с дороги. Нет. Вы говорите. Здесь самое... пожар, увидишь. Да, самое дым я вижу. Было с очком горы. Вот оно, да. Дерево, да. А ты что, ты пешнулся? Да я поблизости там, да, на дорогу прыгнул. Поближе. Вот честно, я этого места даже не знал, здесь ни разу не был. Да тут еще скамейки какие-то. Что вы с бабой сделали, алло? Неплохо. Она приумела. Обалдеть. А у меня, кстати, тачки стоят. Воу, Андрюха прикольный трамплин. Да, натуре, кстати. О, смотри, как я припарковался. Нет, я вот честно говорю, я даже не думал, что это здесь, даже примерно не думал. Смотри, Диман, городская маскировка. Да, вижу. А чё бы нет, нормально. Так, чё, все наши тачки, получается, да? Ну, тогда надо вскрывать их. Ну всё, давай, приступаем к распаковочке тендов. Так, ну что ж, ребята, в принципе, вскрываем наши тачки, и я опять-таки первый, в принципе, спауню себе тачку, и у меня выпадает чудо. А, ты в мне попал, типа. В меня попал. Да. Я не знаю. Это стандартная тачка, кстати. Так, а ну-ка ну, я да, теперь... Да, ну достаточно быстро, поэтому... Нормально все. Тусы. Все, короче, Жухич просрал. Жухич просрал. Да ладно, нифига. Че, я последний остался, да? Блин, сегодня везет. Ты Юрич, ну Ваня, да. Господи, что за гробовозка? О, Юра, топовая тачка. Пацаны, вам сегодня что-то явно не везет. Вообще, о, Фанни топает тачка. Фанни, я с тобой. О, погнали, нифига себе. На первое испытание, пацаны, не будем затягивать. Давай, принципе, сейчас поймем, кто из нас самый лучший. Давай. Ну что ж, ребята, у нас прямая финишная моя уже прямо здесь на старте, потому что мне можно даже не ехать. Да. Ну что, давайте, бросайте гранату и посмотрим, кто из вас первый приедет. Погнали, пацаны. Давай. Погнали. Оба. Стартуем. О, да, газуй. Газуй. Тащи. Тащи. Ну, у него, кстати, понятно, Жухич, конечно. У него, кстати, бонус на крыше. Да какой бонус, я даже с места не сдвинусь. Я еду 68, такое ощущение, что мне уже 70 просто. Так, Андрюха, ну, в принципе, так и было, понятно, поэтому... Да, я думаю, что там у нас, выталкивание, короче. Слышь, я не приехал еще. Смотри, какой он медленный, блин, сегодня. 70 км в час кое-как. А, нет, смотри, он без шаурмы на крыше. Жалко. Погнали, короче, на Царь горы, может, ты что-то покажешь там сегодня. Да, фак в окно. Ну что, ребят, у нас дерби на крыше Мейзбанка. Готовы? Да, погнали. Погнали, что, пацаны?
Пошла грена. Тут же по грене, да. А я уже тоже собрался вперед ехать. Да-да-да, я смотрю, что ты поехал там. Я даже не еду, пацаны, я просто стою. Не надо меня толкать. Выталкивайте в Жукича, я хочу быть первым. Моя сила в ручнике, пацаны. Меня шлифуют просто. Выталкивайте его. Пацаны, давай. Выкидывайте друг друга, алло. Я не хочу умирать. Я засейвился пока что. Да-да-да, так нельзя, ничего. Да что нечестно, я выехать не могу. Слышь, я выехать не могу, пацаны. О, минус один уже. Так. Что там делаете, алло? Меня возьмите тоже. Да твою мать. Господи. Привет, Дима. Привет. Не, я говорю то, что вот эти двое. Что ты делаешь, я не еду, братан, успокойся. Так ты заднюю включи. Заднюю не врубай. Я вообще просто стоял, пацаны, я просто стоял. Вообще жесть какая-то. Ладно, погнали, там последнее испытание у нас осталось. Прыжок с горы Чили, это вроде как, да. Погнали, пацаны. Погнали. Так, ребят, ну что же, последнее испытание, спуск с горы. И главное, это не разбиться и там... Пацаны, пацаны, посмотри, посмотрите на Лысого, он там кайфует, смотри, как вообще за рулем. Так, главное, что у нас... Как из машины. Как гранату кинем или как? Да просто полетели. Да ой. Погнали. Я самый первый буду, ничего не знаю. Главное не взорвись, блин. Доня опять там гадит, да? Тихо. Ё-моё. Ничего себе, там улетело, пацаны. Это подарки, этот подарки от Санта-Клауса сегодняшнего нашего. Слушай, смотри, какая узенькая дырочка. Тихо. Она сейчас взорвётся. Дони! Ваня прилетел. Да надо мной. Все, я остановился. Все, я выжил, пацаны. Блин, меня вот это остановило. Поехали, Ваня, чем стал? Димон, все в порядке. Меня застал. Сам внизу Андрюха пролетел. Да, чем самый низ улетел? Я самый последний. Ну вам хорошо, как бы. Все выжили, что ли? Я мало того, что я на драге не доехал, я и здесь не долетел. Я просто ничего не сделал. Ой, фак, пацаны, вот это угар, реально. Минус животное, парни. Дизлайк. Да. Ну все живы, да? Все в порядке. Да, все живы, здоровы. Ну, замечательно. Счастья, здоровья. Ну, в принципе, что, ребята, вот. Такая вот у нас получилась битва. Надеюсь, она вам понравилась. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы. Вот, пишите в комментариях, что вы думаете. Там, может, что там добавить, что-то изменить. Вот. Ну и всем удачи, ребята, и всем пока. Всем пока. Всем пока-пока. До скорых встреч, ребята.